В районной администрации состоялась 40-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Обсуждение повестки проходило с участием главы района Андрея Дорошевского, помощника прокурора Марии Носовой. Всего депутаты рассмотрели 16 вопросов. Первый из них – о внесении изменений в устав муниципального образования. Целью приведения устава муниципального образования в соответствии с действующим законодательством был подготовлен проект о внесении изменений в него. Сразу хочу отметить, поблагодарить нашу прокуратуру за помощь в процессе подготовки проекта внесения изменений в устав. Замечания прокуратуры о включении всех предыдущих редакций проекта решения в пункте вступления в силу мы оперативно устранили до первой сессии. Обсудили дачу согласия администрации района дополнительного использования денежных средств для исполнения строительства магистрального водопровода Азовского сельского поселения. Как вы знаете, администрацией района принята часть полномочий по водоснабжению Азовского сельского поселения с иными межбюджетными трансфертами в сумме 12 миллионов рублей. На сессии утвердили перечень свободных участков для многодетных семей, а также дополнительные меры соцподдержки для отдельных категорий педагогических работников. Все проекты решений, вынесенные на обсуждение, районные депутаты поддержали единогласно.